Мы расскажем вам о самых ярких событиях на Atomiken Business Channel в студии Елена Спаркс. Здравствуйте! 27 апреля в казахстанский прокат выйдет отечественная лента режиссера Азамата Сатыбалды «Берсен Ушен. Ради тебя». Большинство казахских семей не представляет своего счастья без детей, без продолжателей рода. Но что же делать, если попытки завести ребенка с супругой вот уже 8 лет заканчиваются неудачей, а отец готов разлучить любимой в случае, если не родится внук. Жизненные невзгоды, связанные с нелегким выбором женой Айжан и родителями, толкают тоска на измену. Случайная связь приводит к беременности молодой Индиры. Но долгожданный ребенок от другой женщины не смог принести в дом счастья. Отношения Аскара с отцом усугубляются, семейная идиллия рушится. Несмотря на тяготы судьбы, Аскар находит в себе силы сохранить семью. Надо только ждать и верить. Американский приключенческий исторический боевик «Затерянный город Z» режиссера Джеймса Грея, основанный на одноименной книге Дэвида Гранна. Книга, в свою очередь, основана на реальных событиях, повествующих о британском исследователе Перси Фоссете, который искал древний затерянный город в Амазонии. В казахстанский прокат фильм выйдет 27 апреля. Фильм рассказывает историю британского исследователя, который путешествует по Амазонии на заре 20 века и обнаруживает доказательства ранее неизвестной развитой цивилизации, когда-то населявшей этот регион. Несмотря на насмешки научного учреждения, которые расценивают коренное население в качестве дикарей, Фоссет при поддержке преданной жены, сына и адъютанта возвращается в джунгли. И в попытке доказать правду таинственно исчезает в 1925 году. 28-29 апреля Астана-Опера представит столичному зрителю премьеру балета Жюля Массне «Манон». Когда в 1974 году Макмиллан задумал постановку этого балета в репертуаре лондонского театра «Ковенгарден», уже была опера Джакомо Пуччини «Манон Леска». Поэтому ему посоветовали обратиться к партитуре одноименной оперы Жюля Массне. Аранжировку музыки для балета создал дирижер и композитор Лейтон Лукас совместно с концертмейстером балета Хильдой Гонт. В выставочном центре «Курме» 26-27 апреля состоится 4-я казахстанская международная промышленная выставка «Машиностроение, станкостроение и автоматизация». «Матч-экспо Казахстан» – это профессиональное событие в машиностроительной отрасли, которое пройдет на одной выставочной площадке с крупнейшими промышленными событиями «Пауэр Астана» и казахстанской международной выставкой «Атомная энергетика и промышленность». «Газатом-экспо». Тем временем спортивные события Алматы собирают как фанатов, так и зрителей на спортивные события. Уже на этой неделе лучшие клубы мира встретятся на Алматы-арене в финале 4-х Кубка УЕФА по футзалу. 28 и 30 апреля за главный трофей Европы сразятся «Спортинг», «Интер», «Газпром Югра» и «Кайрат». 29 апреля на Халык-арене пройдет первый в Казахстане международный турнир по ММА среди профессионалов, который будет проведен совместно с Brave Combat Federation. В главных боях мероприятия заявлены такие бойцы, как Эльдар Эльдаров и Габит Турханбек. Одна из сложнейших и красивейших МТБ велогонок отмечает свой юбилей. Джейран Трофи исполняется 10 лет. Джейран Трофи – это ежегодная многодневная МТБ велогонка, проходящая в Южном Казахстане в Алматинской области. В этом году старт первого этапа будет дан 29 апреля в ущелье Кокпек. 30 апреля в торгово-развлекательном центре АДК состоится уникальный проект по спортивным соревнованиям «Битв роботов. Живая сталь». Первые показательные бои роботов пройдут в рамках открытия мотосезона. В битве за кубок сойдутся команды как профессионалов, так и любителей из Алматы и Капчагая. Это была программа «Афиша» на Atomiken Business Channel. Планируйте свои события вместе с нами.